Привет, ребятишки, огромнейший офф-топ в виде очередного подкаста на этом канале. Сперва думал залить этот видос на второй канал, он все-таки недостаточно кошерный для этого, но что-то передумал. В общем-то, если вам понравится такой формат, то покажите мне это любым удобным для вас способом. Кто не знает, недавно мне пришла повестка в армию, и если очень кратко, то, к сожалению, для пекаря я туда не иду. Я слишком охуенен для этой гнилой структуры. Вчера я был в военкомате, оттуда меня направили на медкомиссию, и мою голову посетило очень много мыслей, которыми я хочу с вами поделиться. Я всегда говорил, что страну свою очень уважаю, считаю себя в какой-то безумно отдаленной степени патриотом, потому что мой патриотизм достаточно иллюзорный, потому что ничего полезного этой стране я пока что не сделал. Все знают знаменитые изречи: «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». Это полностью про меня. Я всеми клеточками своего тела ненавижу это ёбаное государство. Моя ненависть вызвана даже не из-за чиновников-пидорасов, не из-за коррумпированности государственных структур, не из-за женщин-бледей. Ну, за всю Украину не имею права говорить, про Одессу так это точно, где любая девушка моего возраста — это потенциальная блядь. Да, тебе может быть 20 лет, ты девушка, живешь в Одессе и скажешь, что я налгал, но ты будешь не блядью до первого подъехавшего Chevrolet Camaro с 5-литровым двигателем. Уж поверь мне на слово. Я ненавижу это государство даже не за разъебанные дороги, хотя у меня есть автомобиль, и я сталкивался этим лицом к лицу. Я ненавижу не из-за дырявой системы образования, а именно за ебучую бюрократию, где, чтобы получить блядскую справку о паршивом зрении, надо объездить пол, сука, города и перемыть хуеву гору врачебных рук. И, к слову, врачи — это самые циничные, самые похуистические существа на планете. Нет большего мизантропа в мире, чем врач. Ты придешь к этому пидорасу с окровавленным ребенком, а он пошлет тебя нахуй, только потому, что у него сейчас обед. А к чему я это все? Ах, да. Сегодня я проходил медкомиссию для военкомата во второй раз. Первый раз был в 11 классе, когда мне было 16 лет, при том, что призывной возраст начинается с 18. Эта система ебанутая на всю голову, окей. Ощутил я во второй раз всю прелесть нашей призывной системы. Когда я пришел в военкомат, я никогда не видел так много, настолько меня ненавидящих людей, чем в военкомате. А я, сами знаете ли, в ненависти привык жить. Куча озлобленных, уродливых, заплывших жиром морд в погонах, ненавидящих свою жизнь и уж тем более чужую. Неистово пытающийся отыграться за свою испорченную молодость на любом человеке, который просто спросит номер кабинета. Да, как вы поняли, на меня здорово наехало быдло в погонах. К сожалению, это не было интернетом, и я не мог по достоинству ему ответить. Эта система не оставляет мне шанса ее не презирать. Врачи в поликлиниках ебашут за 200-250 баксов в месяц. И тут понятное дело, что любой на их месте стал бы злым говнюком. Но, блядь, неужели ты не знал, что врачи нихуя не ценятся в этой стране? Зачем сознательно идти в профессию, которую впоследствии ты будешь ненавидеть, идиот? Сотвори ценность, создай дефицит. Не будет врачей, люди будут дохнуть, а значит, поднимется спрос. Идеально. Теперь немножко про армию и военкомат. А какие же тупорылые сволочи работают в военкоматах? При мне сегодня отправили парня без руки на медосмотр. Нет, вы не ослышались. У парня нет руки, его отправили на медосмотр. У парня, блядь, нет руки! В 2010 году ему дали инвалидность и непригодность к армии как следствие. Сейчас эти долбоебы в очередной раз прислали ему повестку и заставили проходить повторный медосмотр. За 5 лет авось рука вырастет. Согласен, все в жизни происходит, пути Господа неисповедимы, но, блядь, конечность не вырастет даже за всю жизнь! Пасти белой акулы не хватит проглотить тот хуй, что я клал на армейку. Нет, я безгранично уважаю патриотов, я уважаю стремление защитить свою родину, я просто уважаю людей, которые любят болото, в котором живут, но армия — это последнее место на земле, где можно отдать долг родине. Год вылизывания зассанных полов, получение регулярных пиздов от дедов, вскапывание генеральских дач, заглот чьих-то пенисов, тихоря сунутых тебе в пасть, пока ты спишь в казарме полный мужиками. Это долг родине? Я никогда не кину банку от пива, я уже принес родине больше пользы, чем отмудоханный дегенерат, просравший год в нахуй никому не нужной структуре, где за это время ему дважды дадут подержать задроченный нерабочий АК-47. Даже не 74-й, а 47-й. Я уверен, сейчас понабежит куча людей, прошедших армию в России, в Украине, и при этом им будет от силы 13 лет, и они будут говорить, что я сейчас ошибаюсь, а либо более в грубой форме. Окей, дерзайте. Когда я был в Израиле, в Хайфе, в Тель-Авиве, я был свидетелем того, как должна выглядеть армия. Чтобы долго не говорить, я был в частной больнице. Да, я богат, я был в частной больнице. Сидел в вестибюле, и заходит в эту больницу солдат. Самый обыкновенный солдат.
до нитки промокший потом, естественно, запах от него заставлял реветь больше, чем Хатико. Он был весь измотанный, и не успевает за ним закрыться дверь, как ему моментально уступают место 4 человека. Из них один был дед лет 90, который еле стоял на ногах. То есть, насколько высоко уважение к обыкновенному солдату? А все потому, что это защитник родины. Человек, который в случае чего, а такие случаи в Израиле не редкость, там сложная обстановка с Палестиной. Так вот, в случае чего он сможет защитить свой народ, а не начистить картошки и подставить жопу. Собственно, единственное, чему учит современная армия. Да, даже сейчас на Востоке преимущественно воюют добровольческие батальоны, а не армия. Добровольцы. Ибо армия из дебилов делает еще больших дебилов. Всегда считал, что косить от армейки — это признак слабых мужчин. А нет, нихуя не так. Это признак того, кто всего лишь хочет сохранить свою анальную девственность и пока что еще не отбитые мозги. Любите свою страну, но еще больше себя. Вы этому государству нужны живым и дееспособным, а не опущенным петухом. Шлите нахуй армию. Всем мир.